Алло. Алло, Шалавочка? Кто ее спрашивает? Ее спрашивает Дед Мороз. Дед Мороз? Че, Шалавочка, лучшего дела не нашла, только пиздой вилять. Слушай, у тебя жизнь, походу, дело скучная, да? Ну тебя что, в школу не приняли, что ли? Меня? Определили, Ну, да, по способностям. Что-то, я школу с отличием закончила. С отличием закончила, и теперь пиздой виляешь, да? Чё ты пиздишь? Дорогой мой. Что, дорогая? Представь себе. Школу с отличием закончила. Да? Скажем, целыми, да. Да, и ничего лучше делать не нашла, как пиздой торговать. Слушай, ты не... Тебе на самом деле это так интересно? Очень. Да? Ты знаешь, даже мои родители, наверное, не так интересуются. Да, но твои родители-то, наверное, гордятся тобой, да? Вот Мои какая дочка родители? получилась. Нет. Чё? Нет. Нет? Ну так какого хуя ты там делаешь? Слушай, я ебен, какого хуя я тут делаю? Ну, буквально говоря, какого хуя ты там делаешь? Слушай, с тобой скучно говорить. Подсоедини эту, которая там поагрессивнее. Слышишь? Ну-ну. Так, никого я тебе не подсоединил, понятно? И переставай нахуй сюда звонить. Пизда, ты что, указывать будешь? Я тебе? Блядь, ты знаешь свое место, блядское. Твое дело, блядь, не пиздеть, а рот открывать. Рот открывать — это твое дело, я очко подставлять, понятно? Блять, ну ты охуела. Урод, блядь. Еще раз ты, сука, сюда позвонишь, я тебе говорю. Чё ты сделаешь? Чё ты сделаешь? Ну чё ты сделаешь? Я ничего делать не буду. Ну, а кто чё сделает? Я тебя предупреждаю, последний раз. А чё будет-то? Увидите, чё будет, понятно? Чё увидим, блядь? Слушай, блядь, ты на самом деле... Пацанов своих подошлёшь, да? Думаешь, у тебя крыша хорошая, блядь? Каких пацанов? Пошел в жопу. Слышишь? У тебя на самом деле такая жизнь скучная, тебе заняться нечем. Нет, ну ты что сделаешь-то? Да мне... Какая тебе нахуй разница, когда сделаю, увидишь. Да ты ничего не сделаешь, блядь. Ты пизда, блядь, продажная. Че ты пиздишь? Твое дело... Да. Я тебе хочу термос в пизду засунуть.